Вы часто упоминаете, что увлечение музыкой вообще как таковой началось с Битлз. А вы хотя бы вот одну песню можете, кроме Yesterday, вспомнить? Ну, конечно, Back in the USSR или там Мишель. Ну, конечно, конечно. И Битлз это, понимаете, мы в жизни иногда добиваемся успеха, иногда нам дарят этот успех. От Бога приходит вдруг. Если честно служишь, работаешь честно, чисто, то от Бога приложится. Вот у Битлз тоже есть шедевры. У Страдивари тоже есть шедевры. И есть просто бренд. И есть качество, да? Угу. У Битлз также. Поэтому вы не напрасно сказали Yesterday, потому что это все-таки лучшая их песня. Ну, конечно, потому что там... И там еще есть, и еще десяток можно назвать... Да, что это вообще за песня «Битлз» без ударных, я не знаю, есть это, что это такое, когда барабанов нет, это не «Битлз» вообще по мне. Если взять какой-нибудь шедевр классической музыки и подложить ударную сетку, то может получиться потрясающий блюз. Например, там Равеля можно взять, Павану. Об этом еще говорил Евгений Федорович Светланов тоже, что, собственно говоря, вот эти мостики соединения жанров — это самое интересное. У Битлз замечательные гармонии и мелодии. То, что они делали, как все в то время, там, ну, скажем, Rolling Stones или другие группы, это тоже было замечательно, но это было модно. А Битлз одновременно были вечными сразу. Сразу? Сразу. А Rolling Stones, скажи, вот у вас же Satisfaction одна из любимых песен, нет? А это вообще единственная, которую я помню у Rolling Stones. Смотрите, Satisfaction, это... все, больше я... Кстати, полная противоположность Yesterday, потому что в Satisfaction конечно. Там только риф фактически, да. И вот да. Этот напор. А в Yesterday там все-таки это и мелодия, и гармония. То есть совершенно разные такие стихии. У Россини в опере «Путешествие в Реймс» есть ария. Это абсолютный рэп. Я вообще считаю, что Россини — родоначальник рэпа. Потому что там таможенник представляет иностранцев на одной ноте. И говорит текст. Даже в одном из новогодних концертов я попросил моего сына, я спросил, а ты знаешь какого-нибудь человека, который вот такой уличный рэповец? Он говорит, вообще знаю, попытаюсь найти. И вот в новогоднем концерте я сказал, что Россини — родоначальник рэпа. И сначала мы исполнили арию из оперы «Путешествие в Реймс», а потом вышел... Нормальный уличный рэповец. Молодой парень, который... Начитал. И люди в этом убедились. Что я хочу сказать? Что, в общем, поиски и то, что существует, это всегда было и будет. А то, как это оформляет общество, в зависимости от системы политической или... социальные возможности всяких, от национальных каких-то, понятно, традиций. Это украшает, разнообразит. А так все было, и все есть, и все будет.